Привет, дорогие друзья. Ну что, я опять был на большом экране. В принципе, пора было бы уже привыкнуть, но привыкнуть к этому нельзя, потому что долгое время нас замалчивали, делали вид, что нас нет. Смотрели сквозь нас, типа мы невидимки, знаете, а теперь нас увидели. И это хорошо. И то, что программа вышла так поздно, это мой косяк, потому что я сам припозднился. Не успели даже так монтировать, чтобы показывали там вещи, о которых я говорю, то бишь, ну, интересно было бы, конечно же, людям увидеть. Это вы все тут, вы поймите, тут одна история есть. Вы все тут очень все крутые, потому что вы пользователи интернет, вы подписчики, в основном подписчики моего канала. Кто не подписан, подписывайтесь, да, для того, чтобы получать уведомления, как минимум. Вот. Вы часть одной такой нашей, ну, мафии, в хорошем смысле этого слова. А есть много людей, которые думают, что они, ну вот, что они в одиночестве. Есть много людей, которые просто смотрят телевизор и ориентируются по тому, что показывает телевизор. И у них нет доступа вот к другим источникам информации. Это очень важно, то, что мы делаем. Поэтому я сжимаю тезисы все, вот так вот скомкиваю и бросаю прямо с экрана. Натя, держите, ребята. Я думаю, это очень важно, и это очень полезно. И опять-таки повторяю, получаем письма, что у людей рассасываются кастрюли на головах после эфиров. Я на самом деле говорю, много людей пишут, и в Инстаграм ребята пишут, что: «А ты знаешь, что раньше я тебя ненавидел, а теперь я тебя смотрю всей семьей». Это круто. Присоединяйтесь к нашей большой компухе. Присоединяйте тех людей, кто смотрит телевизор и не может по любым причинам или не хочет смотреть YouTube. Давайте, ребята, сделаем это вместе. Не их вместе, я вам чуть не сказал лозунг партии, которая сделала саму себя сейчас пока что. Привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы продолжаем общение с вами, наше ненавязчивое общение с вами, мои любимые телезрители. Я сразу же извиняюсь перед теми людьми, которые регулярно смотрят мой канал на YouTube, потому что некоторые тезисы повторяются. Поймите, мы это делаем не для тех людей, которые регулярно на YouTube, у которых доступ в интернет регулярный и так далее. Мы это делаем для телезрителей, потому что огромное количество моих сограждан ориентируется лишь исключительно по тому, что им показывают с экранов, голубых экранов. А то, что им показывают на голубых экранах, зависит от преломления информации в зависимости от того, кому принадлежит средство массовой информации. Вы знаете, когда-то была задумка сделать такой проект «Суспільне мовлення». Вот. И как будто бы это будет то же самое, что в Германии. Так как это телевидение не принадлежит никакому конкретному собственнику, никакому олигарху, а существует исключительно на деньги налогоплательщиков, то там будет чистая объективная информация. Но как все в нашей стране, это не получилось, скажем мягко, потому что есть подразделение этого у ЮАПРшего, и они находятся в разных областях. И вот в разных областях подстраиваются под область, под местных царьков. Как это ни странно, но тем не менее получается так, что на деньги налогоплательщиков существуют рупоры отдельных местных царьков. Причем, что деньги выделяются на это спильное, суспильное, в огромных количествах. Выделялся миллиард, теперь вроде бы как выделяется 2 миллиарда, но его никто не смотрит. Раньше был такой брехунец. В углу хаты всегда висел брехунец. И там что-то рассказывали с утра и до ночи, да, и вот сейчас то же самое с спильное ЮА, вот это вот, потому что никто особо не слушает, но фон создает, нормальный такой фон за 2 миллиарда в год. Ну что ж, касательно того, насколько хорошо идут наши эфиры, вот приходят регулярно письма, вчера пришло от человека, он сказал, что у него рассосалась кастрюля после эфира. Предыдущая неделя прошла под знаком переписок с псевдо-ребошапкой. Ребошапка – генеральный прокурор Украины. И вот некто, который представлялся Ребошапкой, входил в контакт с народными депутатами, они ему изливали душу, аки просто, аки души приказчику. Попался Еременко, это эр-атаман, не будем повторяться, но попался также Николай Тищенко. Николай Тищенко – это известный ресторатор, который известен в Киеве с незапамятных времен, и вот он отправился в политику,
он пошел в «Слугу народа», он прошел в «Слугу народа» и стал объектом насмешек, к сожалению, потому что его регулярно преследуют всевозможные журналисты, а также те люди, которые называются журналистами, там представители «Радио Свобода», к примеру, они хотят из него показать очень тупого человека, почему-то они не хотят очень тупого человека показать, к примеру, «Сфидыны». И так далее. Ну, это их право, собственно. Николай Тищенко повелся на то, что ему пишет генпрокурор Рябошапка. И начал ему изливать душу. Это все вы можете увидеть, это все уже опубликовано. Что мы узнали из этих переписок? Мы узнали, что в «Слуге народа» нет единой позиции по многим вопросам. Мы узнали, что в «Слуге народа» во фракции существуют ярчайшие противоречия. Мы узнали, что Николай Тищенко, депутат от «Слуги народа», считает депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко, это экс-главу 1+1, ничтожеством, нулем, который в Киеве никогда не возьмет никаких позиций. В принципе, ничего нового мы не узнали. Мы узнали, что депутаты матерятся. Ну так разве мы этого раньше не знали? Из всех этих переписок мы узнали, что депутатам платят. Ну разве мы раньше этого не знали? Да, конечно. Когда мы берем калькулятор и начинаем подсчитывать, во сколько же обходится существование фракции «Слуга народа» в месяц, с учетом того, что каждый из депутатов получает по 10 тысяч долларов надбавки к своей зарплате, то у нас получается 2 500 000 долларов. Но разве эта сумма не может окупиться, когда у тебя в руках столько народных депутатов? Смотрите, у Юлии Тимошенко намного меньше народных депутатов, но то, что Юлия Тимошенко прикармливает своих, чтобы тоже не разбежались и не заглядывались на других женщин, это известно, опять-таки, с незапамятных времен. То есть ничего нового из этих переписок мы не узнали. Сейчас, по нашей информации, народные депутаты массово меняют телефонные номера. Народные депутаты очень боятся переписок, даже когда им пишут их друзья, которые есть у них в адресных книгах. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Возникает вопрос, кто этот человек, который выдает себя за генпрокурора, у которого так мастерски получилось развести ряд народных депутатов. Никто не знает. Никто не знает, все обсуждают на разные лады. Некто догадывается, но некоторые связывают его со мной. Я не имею никакого отношения, несмотря на то, что только на моем канале публикуется эксклюзив, а именно запись самой переписки от и до. Нет, я это получаю в почтовые ящики и поутру обнаруживаю флешку, вброшенную в почтовый ящик. Я ее тут достаю, включаю в свой компьютер и получаю информацию. Второй вопрос, который я хотел бы обсудить, разведение войск. Но я бы хотел его обсудить достаточно коротко. Почему? Потому что в прошлый раз, когда нам удалось отправить журналиста на линию разведения, и когда нам удалось понаблюдать, как, собственно, проходит разведение, я понял, что какая-то в державе датская гниль, какая-то идет непонятка, несостыковка, не понимают две стороны, одной стороны друг друга. И я имею в виду именно одну сторону. Потому что нельзя говорить, что мы за разведение, мы там за мир, дыр-дыр, мы за мир. А потом запускается ракета со стороны сепаратистов, и на эту ракету нет ответа с нашей стороны. Запускается вторая белая ракета, и на вторую ракету нет ответа. ОБСЕ аккуратно фиксирует то, что украинская сторона не реагирует на ракеты, и все разъезжаются. Я думал, что будет как-то иначе в этот раз, но в этот раз мы опять, нам удалось снарядить нашего журналиста с той стороны. И мы опять увидели то же самое. Мы увидели запущенную ракету со стороны неподконтрольной Украине, но на нее никакого ответа не прилетело. Кроме того, представители ОБСЕ, по всей видимости, что-то знали, потому что они даже не покинули своих машин. Они просто посмотрели скучными взглядами в небо, махнули рукой, да и разъехались. Так, господа, нам нужен мир? Или не нужен мир? Тут есть один нюанс. Дело в том, что люди, выступающие против мира, а они именно так и говорят, мир – это зло, даешь войну. Я лично это слышал, я лично это показывал в своем блоге. Война – это хорошо, кричат люди, которые находятся при этом в Киеве. Так вот, ряд этих людей, это совершенно точная информация, если и выезжала на фронт, о чем потом долго рассказывала, то это длилось не более 2 дней. Если и выезжала на фронт, то в составе там какого-то батальона МВД
где-то там несла какую-то там охрану и ни разу не совершила ни одного выстрела в сторону противоборствующей стороны, а отдельные люди удачно спрятались от мобилизации. Мне это напоминает главреда Цензорнет, того самого Цензорнет, который всю войну раздувал ненависть, сталкивал лбами, используя для этого даже фейковые фотографии. Потому что, если вы, друзья мои, не знаете, так на сайте Цензорнет публиковались фотографии с прифотошопленными татуировками войск Российской Федерации. Ну, то есть, они снимают труп сепаратиста или же труп украинского воина и фотошопят к нему некое там произведение, которое должно показывать, что этот человек принадлежит к определенному роду войск Российской Федерации. Вы понимаете? Там ВДВ, РФ и так далее. Они этим грешили в 2014 году, когда они были пойманы за руку, они меня очень сильно не взлюбили. Так вот, главред этого издания, когда ему пришла пора идти и заниматься тем, к чему он призывает всех других, то бишь воевать и еще раз воевать до победного конца, вдруг начал говорить, что он на колчаковских фронтах ранен, что у него голова бобо, потому что его ударили на Майдане злые беркутовцы по этой самой голове. И он начал терять зрение. Это не мешает ему строчить свои пасквили, то есть, по всей видимости, определенная часть зрения еще сохранилась. Но эта часть зрения, что сохранилась, не позволяет ему рассмотреть врага в прицел. Поэтому от армии он отпетлял. Но вас призывает идти, умирать, терять ноги и руки. Нечестно. Теперь касательно выступлений предпринимателей. Очень грустно было видеть предпринимателей, которые не смогли, к сожалению, сформулировать свои претензии к Давиду Арахами, который к ним вышел. Я всегда стою на стороне предпринимателей. Я считаю, что в стране, где просто необходимо развитие предпринимательства, ибо предприниматель, он не просто кормит страну, он также кормит ряд людей, и эта кормежка теперь на плечах предпринимателя, а не на плечах государства. На них обычно работает их семья, и все эти люди уже заняты, все эти люди что-то производят. Это очень прекрасно. Поэтому я противник введения, во всяком случае сейчас, кассовых аппаратов для самых маленьких, скажем так, для предпринимателей самого мелкого уровня. При этом, когда предприниматели собираются под офисом президента, то им не худо было бы понять, чего они хотят конкретно. Потому что когда к ним вышел Давид Арахамия, и это уже достижение, потому что этот человек возглавляет фракцию, он выходит, и они не знают, что ему сказать. То есть они друг друга начинают перекрикивать, некоторые начинают пикать, некоторые начинают кричать, но сформулировать свой посыл им достаточно сложно. А я уверен, он есть. И его надо формулировать. Тем не менее, не смогли. Ну и ситуация, которая на самом деле потрясла, это ситуация с Transparency International. Пятилетие Transparency International Украина. Transparency International — это организация, международная организация, цель которой — борьба с коррупцией. Они таки заявляют, наша миссия — понижение коррупции. Вот они борются с коррупцией в Украине в том числе. В Украине борется Transparency International Украина. Им 5 лет, у них состоялась сходка. На сходку были приглашены, в частности, генеральный прокурор Украины, уже упомянутый нами Рябошапка. Вот Рябошапка стоит и рассказывает журналистам о том, как он отмазывал убийцу Стерненко. А сзади него внезапно появляется сам Стерненко и начинает фотографироваться, делать селфи вместе с какой-то женщиной, которая прыгает ему на шею и едва ли не целует его. Абсурдность происходящего тяжело переоценить. Transparency International, генеральный прокурор, одесский убийца и какая-то женщина, которая его обнимает. Каково же было мое удивление, когда я выяснил, что женщина, которая его обнимала, является судья города Полтава. Но это еще не концовка истории. Потому что далее, на этом же мероприятии, был замечен мной еще один человек. Небезызвестный Жека Карась. Тот самый Жека Карась, который возглавлял до недавнего времени некую организацию С-14. С-14, которая сейчас якобы расформирована, просто переименована. Они решили для того, чтобы избавиться от негативного бэкграунда, с этого фона нападений на журналистов, на ромские таборы и так далее и тому подобное, угроз, избиений, они решили просто
переименоваться. И вот они переименовались, но Жека Карась все тот же. И стоит Жека Карась на этом мероприятии, посвященном пятилетию Transparency International, и трет с каким-то человеком. Чуть позже этот человек, с которым разговаривал Жека Карась, выступает на сцене. И оказывается, что это зам главы специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кажется, ну, полный абсурд. Не может такого быть. Может, господа, может. Потому что это Украина. Ну, а теперь о позитиве. Потому что я не хотел бы, чтобы рассказывали, что я все мажу черной краской. Торговля черной краской традиционно идет намного больше, чем белой. Это исторический факт. Тем не менее, я бы хотел сказать и о том, что есть хорошего. Оно на местах. Оно еще не массово. Или уже не массово. Я не знаю, как правильнее сказать. Но факт в том, что есть люди, которые работают даже в этом бедламе, даже в этом обрушении всех основ. В Запорожье было совершено нападение на представителей нашей партии. Это не редкость. Нападения на представителей нашей партии происходили во многих городах Украины, на Западной Украине чаще всего. И полиция не делала ничего. То есть они вообще ничего не делали, иногда они не хотели даже регистрировать заявление о нападении. А если регистрировали, то потом просто забивали на это. И вот в Запорожье происходит аналогичный случай, не имею в виду не забивали, а нападение. И нападает там человек с ножом. Стоят наши ребята, просто в палатке, раздают газеты с разумным добрым вечным, подбегает человек с ножом, ножом режет флаг и убегает. Что делает полиция после того, как наши ее вызывают? Моментально. Полиция оказывается на месте, моментально изымает камеры наблюдения, видео с камер наблюдения по маршруту следования этого преступника, вычисляет его лицо, по его лицу находит, опознает его, кто это такой, в течение часов все было сделано. Выясняется, что это ранее судимый за кражу местный житель, не работающий нигде, естественно. Они все не работают, это их работа нападать на активистов. И делать, строить из себя активистов и нападать на других активистов. Это их работа, да? Выясняя, кто это человек, сейчас этого человека разыскивают. Скорее всего, он пойдет на нары по статье 296, часть 4. Почему так четко сработала МВД и прокуратура в Запорожье? Я не знаю. Вполне возможно, они просто хотят выполнять свою работу. Я не люблю эти слова. Долг. Свои служебные обязанности. Если бы точно так же служебные обязанности выполняли правоохранители там, в Киеве, в Киевской области. В Киевской области, где они не регистрируют нападения на фермеров, избиения фермеров. Там женщину переехал автомобиль рейдеров, которые являются в аккурат к сбору урожая и забирают себе урожай. И что вы думаете? Кто-то сидит, никто не сидит. Потому что дела закрываются. Так вот, если бы все работали так, как в Запорожье, то я думаю, страна очень быстро стала бы Европой. Потому что они очень любят говорить про Европу, но они не делают ничего, что приближало бы оную. В принципе, я думаю, что это все. В четверг мы увидимся. Я думаю, в четверг, до четверга, произойдет много нового. Не хотелось бы повторяться, друзья мои. Ну, да и не будем. Потому что информации, информационных поводов в Украине хватает. Всех вас люблю, обнимаю. С вами был Анатолий Шарий. С кратким, сжатым до состояния сжатой пружины обзором новостей. Пока.